Ребята, всем привет! Вы на канале Друзья Ютуберы, и сегодня у нас стартует новая рубрика. Мы с моим подписчиком запускаем проект Шейли и Бул. Мы будем играть на двух аккаунтах. У него аккаунт называется Шейли и Бул. У меня тоже называется Шейли и Бул. Мы будем каждый день меняться аккаунтами и играть повседневно в Бравл, но только на двух бойцах. Шейли и Бул. Вы это уже поняли? И мы сегодня будем прокачивать Шейли на 200 кубков, ребята. Первый день, а уже 200 кубков на аккаунте. Ну, 200 кубков не на аккаунте, а на Шейли, понимаете? Ну, ребята, достаточно просто, думаю, на Шейли набить 200 кубков, но мы будем идти к 500 кубкам на Шейли и к 500 кубкам на Буле, потому что вот человек, это мой подписчик, с которым я сейчас играю. Но, ребята, этот подписчик создал аккаунт специально для нашего проекта и уже апнул на нем 650 кубов, но он играл на других бойцах и потом только предложил мне записать этот проект, поэтому у меня будет полноценный аккаунт, а у него неполноценный. Вот так вот. Ну, вот вы видите первую катку. Также, ребят, поставьте лайк, подпишитесь, так как наша подписка, точнее, ваша подписка будет очень важна для нас. И вы будете получать оповещения о наших видео. Если вы за мной следите, то вам будет удобнее следить через подписку. Также я буду пиарить каждого второго. Я уже вам говорил, когда у меня набилось как бы 1500 подписчиков. Спасибо вам за 1500 подписчиков, спасибо вам за 2000 подписчиков. Вообще каждое круглое число. За все за это вам спасибо. Вот мы сейчас вот с подписчиком играем. Вот как видите, мы вот этих вот двух вообще сейчас разнесем на изи. Вот. Ну сейчас на столкновение, все. Мы сейчас уже... Не знаю, топ-1 или топ-2 займем. И все. И первая катка будет успешно завершена. Блин, Бул. Аккуратно. О, разнесли первое место. Я так понимаю, плюс 9 кубков мне, плюс 9 кубков ему. Да. Я, ребят, еще не переименовал аккаунт, так как после только 5 уровня можно переименовать аккаунт. А у меня не то, что 5 уровня, у меня вообще неизвестно, какой уровень, потому что я только начал играть. Ну вот, ребята, сейчас мы будем уже играть в остальные катки. Я их не буду комментировать, вы просто посмотрите на первую серию. Ну что, ребята, погнали!